Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим о новом событии, где можно получить абсолютно бесплатно постоянные костюмчики и, конечно же, скины. Плюс к этому мы с вами разберем новые награды, которые нам завезли для чемпионата талантов. В общем, много полезной и интересной информации. Если честно, я уже не помню, какой это по счету у нас видос за этот месяц, именно с халявой. Ее очень-очень много, и, конечно же, меня это очень сильно радует. Если вы тоже рады большому количеству халяви, ребят, не забудьте влепить свой царский лайк. Также подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные и полезные видосы. Да и плюс к этому, ребят, только благодаря вашей поддержке и вашей подписке мы с вами сможем достигнуть цель в 300 тысяч бойцов до Нового года. Поэтому всем говорю огромное спасибо за поддержку, огромное спасибо за ваш лайк, за ваш комментарий, за вашу подписочку. Вы супер крутые. Ну а мы начинаем. Давайте перейдем к обзору события. Во-первых, у нас завезли, как я уже сказал, новое событие. Вот оно, ребятки. Здесь прям просто посмотрите, сколько уже вкладочек. Нужно листать ее пару минут именно просто. Вот такое вот событие. И здесь, в этом событии, вы можете, как я уже говорил ранее, ребят, получить абсолютно бесплатно постоянные скины. Я специально для видоса перед этим, как видите, посмотрел... Там турнир нужно смотреть 3 минутки, потом, если видите, 5 минут, да. И, само собой, прямо сейчас я уже могу собрать эти награды и покрутить эту рулеточку. Но для начала давайте ознакомимся быстренько с правилами данной рулеточки. Вот они, ребят. Игроки могут выполнять ежедневные миссии, чтобы получить киберспортивные жетоны. Мы с вами сейчас их соберем. Также игроки могут приглашать не более одного друга в день для участия в событии, чтобы получить дополнительные киберспортивные жетоны. Когда друг завершит привязку учетной записи, приглашенный игрок получит 2 киберспортивных жетона. Ну, в принципе, здесь все ясно и понятно. Помимо этого, игроки могут осуществлять ежедневную привязку к одному из своих друзей, чтобы получить дополнительные киберспортивные жетоны. После привязки игрок получает еще один жетончик. То есть вы приглашаете друга, вы с ним вместе смотрите турнир, получаете жетончики. Все очень просто, и это можно делать ежедневно. Дальше, каждый киберспортивный жетон можно использовать однажды в капсуле автомата. Окей. И данное событие у нас доступно до 9 октября. Окей, давайте смотреть, что же мы можем здесь с вами забрать. Во-первых, у нас, давайте посмотрим, где награды. Так, награды, вот награды. У нас здесь есть костюмчик легендарный, к сожалению, на 7 дней. Есть костюмчик дрифтер. Вот этот вот костюмчик постоянный, ребят, как я и говорил. Также скинчик на ауг, неплохо, скинчик на ауг тоже постоянный. Но остальные награды у нас, к сожалению, временные, да. Также есть купоны ящика припасов и джишки. Джишки, в принципе, это очень даже хорошо. В принципе, у нас турнир проходит сейчас PMPL. Как я понимаю, у нас сейчас финал, да. И в честь этого нам добавили вот эти вот события. Нажимаем ОК, забираем с вами вот эти вот купончики, жетончики и все. Да, кстати, трансляцию можно смотреть, просто нажав здесь перейти. У меня просто уже все выполнено, да. Когда вы заходите вот в это событие, у вас написано перейти. Нажимаете, вас перекидывает туда на трансляцию. Смотрите 5 минуток. Там тоже, кстати, есть дополнительная халява. Сейчас быстренько по ней пройдемся, да. Возвращайтесь обратно, забирайте купоны, вот эти жетончики, и крутите рулетку. Также можно, как я уже говорил ранее, само собой, пригласить друзей, да. То есть здесь нажимаете призвать, ошибка кода приглашения, я вас понял. Ошибка кода приглашения, я вас понял. Так, скопировано, получите 2 киберспортивных жетона после привязки другом учетной записи. Я скопировал код, я не знаю, где он, ребят. Интересно, конечно. Хорошо, введите код приглашения. А, вот, вот он код, ребят. Но почему-то их у меня 2. В общем, непонятно. Вот такой вот код, вот он, ребят. А100239-7296. И сюда можно вводить именно код вашего друга, чтобы получить жетончики. Он тоже получит жетончики. Поэтому просто другу кидаете свой код, он его вбивает, да, и нажимает сюда призвать, и получает жетончики. А вы даете свой код. И, в принципе, все очень даже хорошо. Ну а прямо сейчас давайте крутанем. Давайте посмотрим, как выглядит эта рулеточка. И все? Ага, джишки. Ну, я ожидал какую-то анимацию. Хотя, это бесплатная рулетка, что же вы хотели? О, временный костюмчик, окей. И давайте еще один разок. Ну давай, давай что-то постоянное. О, постоянный фрагментик, неплохо.
Окей, вот такие вот награды. И да, кстати, здесь внизу, видите, есть шкала, ребят. Она тоже заполняется, и вы тоже можете получить отсюда награды. Их, к сожалению, рассмотреть невозможно. Вот такое вот событие. Плюс к этому, как я уже говорил, ребят, у нас дополнительно есть еще возможность получать награды за просмотр вот этого вот у нас киберспортивного, да, мероприятия, PMPL. Заходите сюда, и здесь у вас, как видите, есть еще много-много вкладочек, где, в принципе, показываются награды, но для того, чтобы их рассмотреть, заходим вот сюда. Открываем с вами киберспортивную вот эту вкладочку. Пока что здесь нету стрима, но здесь вы, во-первых, можете получать монетки. Вот смотрите, да, трансляцию, получаете монетки. Если вдруг не в курсе, что можно делать с этими монетками, и, в принципе, можно использовать именно, во-первых, в магазине. Так, стоп, что-то я не то открыл. Две секундочки. Так, киберспортивный, вот этот, вот он. Вы их можете потратить здесь в магазине, то есть можете приобрести себе вот эти скины, да, кейсики вот у нас, ящик удачи тут и так далее. В принципе, это нормально. Также здесь есть лотерея, она всегда была доступна, ее никуда не убирали, она до сих пор доступна, можете крутануть лотерею за эти очки. Ну и, в принципе, можете делать ставки, если не ошибаюсь, у нас было здесь еще возможность ставить ставки. Сейчас не знаю, если они есть, эти ставки. Возможно, их уже нету. Нет, есть, вот они, ребят, угадывание. Можно ставить им на ставки. Видите ставку, да, кто выиграет. И, само собой, если вы выберете правильно, вы сможете получить абсолютно бесплатно еще дополнительные очечки, именно чтобы их можно было здесь обменять, потратить. Или на рулетку, почему нет. В общем, все очень просто. Заходите, пользуйтесь, забирайте награды. Ну, а мы с вами переходим именно к этой вкладочке, которую я случайно открыл, да. Именно у нас здесь с вами чемпионат талантов, да? Я, в принципе, уже делал обзор, говорил о том, что он скоро будет доступен, что я регистрацию не пройду, потому что не с кем играть, но речь о том, что я открывал, если вы помните, обменный пункт, вот это, да, и говорил, что кейсик, в принципе, не изменился, да? То есть у нас остался этот костюмчик, который, в принципе, выглядит годно, да? Эмочка, само собой, меченая душа, кейсик, откуда можно будет себе выбить одну из этих наград, но... Сейчас у нас, как видите, здесь обновились награды, ребят. Теперь у нас здесь вот такой вот костюмчик. Посмотрите на него. Теперь этого костюмчика красного здесь, в этих кейсах, нету, в новых, да. В старых был именно вот этот костюм. Сейчас его можно просто только за очки приобрести. В принципе, очень сложно. Но также у нас есть еще вот такой вот костюмчик. В принципе, выглядит неплохо. Рыцарь в доспехах. На спине у нас значок, конечно же, чемпионата талантов. Мне, если честно, костюмчик очень даже зашел. Я думаю, с тыквой он бы смотрелся очень даже неплохо. Поэтому, ребят, если вы планируете участвовать в чемпионате талантов, у вас здесь новые награды, есть возможность обновить свой гардероб, так сказать. Ну и, в принципе, это все, что я хотел вам показать на данный момент. Да, кстати, ребят, сегодня еще завезли новое событие, где можно получать снова же купончики, да, вот оно, 30 сентября. Купончики для того, чтобы забрать себе... ту самую толстовку, я ее, в принципе, уже забрал, вы видите, да, 0 из 1, то есть я уже толстовочку забрал себе. Я предполагаю, что, возможно, не зря же нам добавили еще такое количество купонов, да, возможно, дополнительно будут еще какие-то награды, я не знаю. В принципе, эти купончики, которые нам сюда завезли, можно будет потратить в этом событии, да, то есть на граффити, на временную кепочку, музыку я себе забрал, она постоянная, да. Я думаю, буду менять на джишки, наверное. Но все же, не торопитесь, потому что как ни крути, события до 22-го, возможно, это не точно, ребят, возможно, нам что-то еще завезут и можно будет получить себе какие-то награды. Потому что сегодня в инстаграме PUBG Mobile Russia я видел новый анонс, именно то, что коллаборация с Аланом Уокером продолжается. Я так понимаю, в честь вот этого вот события был анонс, да. Но там показывали также тот самый баги, который можно купить в магазине, да, именно из коллабы, кепочку, маску. Поэтому, кто знает, возможно, нам еще что-то завезут дополнительно. Поэтому не торопитесь, времени, в принципе, очень даже много. До 22 числа, чтобы можно было обменять на остальные награды, которые здесь временные, да, или джишки, к примеру. Если они вам, конечно же, не интересны. Если вы забрали уже толстовку. Я толстовку забрал, поэтому мне здесь больше нечего, брать. Больше мне ничего не интересно. Поэтому я буду ждать. Если вдруг нет, в любой момент можно забрать себе джишки. Это чисто совет от меня, ребят. На этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам рассказать и показать. Если видосик был полезным и интересным, а обязательно поддержите его своим царским лайком. Также, ребят, не забудьте подписаться, потому что только благодаря вашей подписке мы с вами медленно, но уверенно движемся к нашей цели в 300 тысяч подписчиков до Нового года. На этом я с вами прощаюсь. Всем говорю огромное спасибо за просмотр. С вами был Dream. Всем топ-1.